Всем привет, я Даша, и в этом видео я буду продолжать спасать девушку в Save the Girl. Так, мы на уровне 89, и девушка находится в какой-то комнате, где кролик. И девушка говорит: кролик, куда он делся? И здесь есть два варианта, как всегда. Это красный гриб и зеленый гриб. Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то мы спасем девушку. 3, 2, 1. Молодец! Мы спасем девушку. Давайте выберем зелененькое, маленькое. Я уменьшилась? Классно! Какой огромный муравей! Волосатые ноги? Или вес жучков? Наверное, волосатые ноги. Что это даст? А, это нога великана. Как мне подбираться через этот пруд? Стать большой? Или через листочек? Давайте через листочек. Значит, наверное, стать большой. Так, и нажимаем. Кролик, подожди меня! Куда он делся? Не знаю, но мы можем стать точно маленькими. Я уменьшилась. Классно! Какой огромный муравей! Нога великана вошла в чат. Классно. Как мне перебраться через этот пруд? Все легко, стать просто большой. Смотрите-ка, я была... Для меня это было большое уже, а теперь маленькое. Мне кажется, как будто бы девушка стала больше, чем обычно. Карточный солдатик? Разрезать его или ветром сдуть? Наверное, давайте ветром сдуем. Отлично! Какая огромная гусеница! Давайте вот это. Маску наденем. Значит, нужно было нам выбрать первый вариант, а не второй. Был ножик. Если не ошибаюсь. Карточный солдатик? И что теперь делать? Просто его сдуть. И он просто не поднимется, и ничего он не сделает с нами. Он не сможет просто. Так, проходим дальше. Какая огромная гусеница! Так, разрезаем. А! Что происходит? Он такой... А! Отрубите ей голову! Что же сделать? Черепаший панцирь или... клетка, давайте клетку. Это, конечно, прикольная идея, но мне жалко девушку, поэтому мне нужно ее скорее спасать. Карточный солдатик? Да, представляешь, это карточный солдатик. Какая огромная гусеница! Так, нам нужно взять ножик и просто разрезать. Это, наверное, ядовитый воздух или что? Трубите ей голову. Черепаший панцирь? Где же ее голова? Ничего не понимаю. Отлично, мы пробрались через эту девушку, которая хотела мне отрубить голову. Просто кошмар какой-то. Хотя, что я и сделала? Даже не знаю. Она уже в воде! Ей, наверное, не хватает воздуха, или она есть хочет. Давайте шапку, которая может летать. Да, это была очень плохая идея. Значит, все-таки рыбка, но только чем она поможет? И, кстати, почему-то здесь у нее голова отрезана. Странно.
Вот и рыбки. А, она запуталась в этих лепесточках. Или как? Заброшенный, что ли, корабль? Здесь есть два варианта, как всегда. Это удочка и ключик. Давайте выберем ключик. Значит, нужно было удочку взять. Странно, ну, все равно. Так, нажимаем. А, да, она, видите, в этих запуталась. В водорослях. О, отлично. Рыбки, спасибо. Так, и нам нужно теперь выбрать удочку. Акула! Мясо ей дать или пистолет? Мясо, наверное. Да, отлично. Наконец-то мы через это все прошли. Ну, вы представляете, как мне было страшно. Рядом со мной была акула. Так, девушка плывет. О, она встретила русалку. Вот это да. Сфоткать ее или включить музыку? Давайте включим музыку. А вот и отлично. Вторая русалка. И что же? Маска и розочка. Давайте розочка. И она меня своим хвостом. О, я надела маску ей. За мной теперь они две сразу. Давайте, здесь есть такой пистолет какой-то и еще стрела. Давайте стрелу с сердечком. О, отлично! Пронесло. Но русалки-то красивые. Так. И мы все еще находимся в океане или в море. А, это рыба-колючка. Мясо ей дать или нет какая-нибудь? Давайте мясо. Какой он злой. Сразу на меня начинает нападать. Странный какой-то. Так, иголка. Я бы так не сделала в жизни. Осьминог! И что же мне с ним сделать? А, какой-то обед, наверное, ему приготовить или... Горшочек. Давайте обед. Я вся заморалась! Столько черной краски! Так, она плывет. О, господи, что за странная рыба, которая уже улетела как шарик. Ну, ничего. О, господи, горшочек. А, и все, теперь можно мимо него проплыть. Только жалко его тоже. О, это та самая рыба. И что же сделать? Давайте шарик. Ух, пронесло хоть раз. Ой, какой-то нам дали сюрприз. Какой-то странный скин, мне он не нужен, спасибо. Так. Отлично. Смотрите, это что здесь? Какой-то заброшенный, типа, морской корабль или как? Я не помню, как называется, честно. Какая-то коробка с кнопками движения. Ну, как я так понимаю. И типа удочка, но нет. Ну, более такая-то... Тяжелая более. Если передвигает. Давайте зарядим. Ого! Теперь мне так можно ехать. О, господи! Что же сделать? Давайте руку достанем. Плохая была идея с ним связываться. Плохая.
мы все еще находимся в море. И я нахожу это, и нам нужно заряжение. Или как там это называется? Ну, я буду называть это батарейкой заряжения, ну, или типа что-то такое. Ого, опять эта рыба! Так, пуля! Ха, вот так тебе и надо, меня заворовал, а потом я тебя. Ха, застрял! Механизм в водорослях! Давайте лапами что-то сделаем. А, наконец-то. И теперь механизм стал работать. Как же это классно! Так. Мы находимся уже где-то в другой стране. Ой, жук! Как же я его боюсь! Словить его или топором? Нет, лучше, наверное, его словить. Отлично! Кто вырыл эту яму? Не знаю, но можно опять что-нибудь это, сделать так. И спокойненько пройти. Как мне пересечь эту реку? С помощью палки или с помощью шаров? Давайте с помощью шаров. Не думала, что все так закончится, я так думала. Ой, как же все плавно идет. Не тут-то было. Испортилось. О, жук. Поймай-ка я его. Удачно я его поймала. Кто вырвал эту яму? Не знаю. Но я ее обратно закопаю, можно так сказать. Как мне пересечь реку? С помощью палки. Проще простого. Соглашусь, тебе проще простого. Ну, а я бы так не смогла. Растет на полях. Можно есть по частям. Что это? Растет на полях. Можно есть по частям. Да, конечно же, это кукуруза. Отлично. Спасибо, свинка, за такую загадку. Что намокает, когда высыхает? Каблуки, что намокает? Полотенце. Ого, оказывается, я хорошо решаю загадки. Что на вкус лучше, чем на запах? Ноги? Или язык? Что на вкус лучше, чем... Да, ноги, типа. А, да, это было неправильно. Тогда язык. Нет, я все равно не поняла, но ладно. Ничего страшного. О, смотрите, какие прикольные волосы, но мне они не нужны, мне нравятся свои. У меня, как что видите, там все хорошо. Все желтые волосы или, ну, блондинка, типа. Мне нужна карта. Что же сделать, приманить его на деньги? Давайте приманим его на деньги. О, он меня стукнул. Так жалко, мне-то больно. Так, значит, ему нужно дать ракушку. Нужно идти дальше. Фу, вот это да! Какой смешной! И что же сделать? Вишенку ему дать? Давайте дадим вишенку. Спасибо за совет. Она уже устала. Вот это да! Она прошла только, наверное... Можно так сказать, миллиметр, и уже устала. Странная девочка. Я бы сказала очень. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, перейдите в следующее мое видео. Увидимся там!